Т-образный перекресток, ты упрешься сам по себе. Сейчас предупрежу. Так. От здания далеко? Нет, ну да едь еще квадратов. Чтобы 6-8. Мы не уперлись в воду. Не, 6-8 квадратов. Так, тут прямо едь, едь прямо. Выходим? Опа, впереди. Противник впереди. А, вижу. Давай, выходи. Выхожу. Вышел. Блядь. Стой, куда? Да не в ту сторону побежал. Тихо. Да вот он. Через право уходи. Да. Убил его. О, нормально, иди сюда. Так, подожди. А, ну блин, я не перепрыгнул тут. Он кого-то справа вычекивал. Да вот тоже. Ну-ка, давай-ка. Правее, уходим. Подожди. А, ты туда пошел? Давай я с другого бока. Давай расходимся, да. Да. Если что, я справа пошел. Я тебя вижу. Так, магазин «Звезда». Ну, он, в принципе, он просто кого-то, наверное, смотрел. Дыма нету, да, тут? А что он в шары-то долбился? Не знаю, может, он просто... О, у меня патронов всего 19, надо перезарядиться. Да не спеши, перезаряжаться. А, все нормально. А, все перезаряжается. А, у меня по 30 рожки сейчас. Пустые останутся эти, ты тогда... А, понял тебя. Блин, да, ну да, я привычка-то всяких контров. А, так. Место не занимает стол даже. Так, ты думаешь, подожди, что сейчас, подожди. Полный? Что у него там есть? Я сейчас посмотрю. Подожди. Не, я смотрю, что у него есть. Я просто, он лежит, труп. Еще один. Где? Еще один также прямо к тебе по улице идет. По центральной. Я вот вижу, вот я куда мужик рожей торчит, я вот туда и... Вот он. Убил. Он с пистолетиком был. Я даже не целился. Тихо. Тут, значит, еще есть. Они респятся просто. Нет, они не могут. Давай, Илюха, под. Да еду. А, вон, вижу взрыв там. Где вы? Все, вижу. Еду я к вам. Еще ракета пошла. Это вы стреляете или по вам? Кого-то. Вот я сзади еду вас, вот я догоняю, там сзади меня стрельба. Все, я уже сзади тебя. Все, я сейчас машину здесь закину. Да, все там. Вот тут. Выхожу. Тише, вот где я, там тут человек наверху. Сейчас я возьму. Тут рядом со мной взрыв был. Машину, хаммер взорвали наш. Все, я убил его. А кто наш хаммер взорвал? Сзади это взорвали. Вот я, Илюх, ё-моё, говорю, что тут человек, блин. Че, вы не слышите, что ли? Ну я понял, но ты убил его, это я понял. Нет, я к тому, что машину эту нашу взорвали сзади, а не спереди. Да не сзади, вот он по вам стрелял с Мауфа. А. Кто еще едет сюда? Сзади. О! Я его разменяли с ним. Илюха, поднимай. Сейчас, а вы убили его? Поднимай нас быстрее. Иду, поднимаю. Я ж говорю, сзади кто-то стрелял. Он еще по мне лупил, пока я ехал. Все, один поднял сейчас. Так, сейчас. Поднимаю. Я из камеры не успел оружие. Подошел к нему. Ну и хорошо, что не успел. Так бы взорвался бы вместе с ним. Да не, я ж возле камеры сидел. Я только отбежал, он сзади меня, бах, взорвался. О, ля, а откуда у меня волына? Значит, все-таки... Что за дела? Я сам машину подгоняйте. Какую? Хаммер взорван. Вот этот, на чем он приехал. А, сейчас. Давай, Лёха, ты садись, падай за руль. Так, мне надо перезарядиться.
Так, а ты убил этого, да? Кто-то еще едет. Это Леха едет, да? Все понял. Уйди с дороги. Я ушел, ушел. Давай. Так, а где есть? Вот, вот я, вот я. Прям, прям, да. И давай к камеру тоже я ящики оттуда вытащу. А можно с подбитого? Ну вот сейчас я вытащил, не знаю, из этого получится он что-то вообще. Все в печально. Кто-то опа стреляет. Откуда? Так, справа, справа, справа. Я уезжаю. Илюха, справа, слышишь, откуда бьет? Заходи ему сзади. Он это... Вот я там не знаю. Где? У подножья горы. Вон он, подножья, вон он, вон он, вижу, вижу, вижу. Сейчас, подожди. Он внизу, внизу, внизу. Все, готов. Красава. Торт все. Блин, БТР хороший, 82. Тихо, кто-то стрелял. Слышали? Стрельбу слышал рядом. Вы не стреляли же сейчас? Нет, нет, нет. Ты развернулся. А, вон, 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 ползет, ползет. Вижу курс, курс 240 почти, 245. Ползет кто-то вон этим курсом. Это заяц. А, серьезно? Сука, сыкло, да? Новобранец на войне. Заяц. А так похоже издалека, как будто. Ну да, на бандита, да, это заяц. Там, смотри, если заяц без трусов, то это. Да, да, да. То это заяц. А если в трусах, то это воин, блин. А, вон, вон, ну-ка я сейчас посмотрю, бинокль. Так, я пойду со стороны. Человек это ползет, что вы мне рассказываете? В бинокль вижу отчетливо. Смеются они, блин. 240 курс. Справа, ну, вот куда боты бежали, вот, вот там он. Так это боты есть. Боты ползают без трусов. Ну он в этой был, как его? Какой-то этой. В рубашке. Нет, там. Рубашка, да, и в трусах. Синенькая такая. Да, да, да. Вон он, вон лежит, целится, целится сейчас прям, вижу его. В вас, в вашем направлении. Стреляет. Блин, тогда стреляй, я что-то не вижу. Трассером покажу. Сейчас, сейчас покажу. Вот. Тут рядом машина, слышу. Вот я куда стреляю, видите? Все, давайте, я спрячусь. Отбегу куда-нибудь подальше. А где машину ты даешься? Нет, слышал, слышал. Смотрите, ты подход. Блин, он за деревом. Вон он стреляет. Сидите в машине. Я тебе уже три раза сказал, что я в деревне топлю, ёпта. Ну выдаю. Так, машина, машина еще рядом подъехала. Тихо, тихо. Да, вон она! Рядом! Это ты на машине, нет, подъехал? Не, не, ну нет, ты нажми этот, блин. Нет, нету там никого. Windows, нажми. Сзади, блин. Тихо, да тихо, сзади меня прям кто-то. Так, Леха, поднять еще можно вроде. Я знаю. Ну да, да, я еще бежу. Меня можно еще долго. Я приползу. Кто это на машине тут подъехал? Так рядом прям совсем. Лежать лучше, да? Не лезьте пока. Он не работает с глушителем. Это вот, наверное, этот, кто этот на машине был. Сейчас я пойду посмотрю. Машину разбирают. Да ладно, оставьте эту миссию, хрен с ним, спасем Леху. Пусть забирает. Опа! По мне? Нет? Вон он. Ты куда стреляешь? Да вот, вот, тихо, подожди, у меня переселка, ближний бой. Тут на машине. Одиночка был. Тихо. Убил, убил, убил его. Фух. А этот... Это снайпер был. Пулемет, Леха, пулемет еще. Снайпера убил, ребят. А, вот еще и касочки.
медицинском, mm-hmm. больничном. Особо так. Опа. Денег нет. Что это, там? Вот этот вот синий, вот его кто-то снял, по ходу дела. Его, походу, врезал. О, машина, машина, машина! Сзади, сзади, сзади. Сзади, 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 я стреляю по ней, работаю. Женя. Зарядка. Жека. Гранату кинул туда ему. Опа, отлично попал, по-моему. Кстати, вот тебе и прицел такой, и попробуй. Так, ты мне говоришь это? Да, да, прицел, он возьми в машину. В как... А, вот в этой? Назад, РПГ приедет. Опа, ложись, ложись, ложись. Так, 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 так. Вон он, вон он! Он дает. Азиму 300 противник. Противник стрелял за меня. Да. Так, я в машину сяду, отъеду. А, ну это Леха там и пошел тоже. Так, мы сейчас на захват точки, да? Как бы нам засветло туда еще не попасть. А, у меня, ты кстати... Ты в открытую по полю пошел. Не боишься, что здесь игроки тоже будут? Кстати, да. Угу, ты так прямо... А, нет, я заметил, что меня хорошо убивает, когда я с каким-то лутом. А когда я бомж... Опа! Обычно... Есть, 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 противник, противник, противник. Илюха, лежи. Часы, часы. Замри, замри, на тебя идет, замри. Ты часы скажи сразу, а то, чтобы я повернулся в его направлении. Он между мной и тобой. Все, понял. В елках, вот эти вот чё елки, понял? Которые прямо передо мной лежат, две такие, вернее, да, две большие, одна маленькая. Он прямо, прямо здесь. Засел, я его сейчас попробую снять. Он где-то здесь. Так, ну, падла. Он мою ползу не услышит? За... Нет, замри, 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 не двигайся. Оно здесь где-то засело. Может стрельнуть где-то по вас? Да, блин, ну подожди, я на открытой местности, лучше из леса стрельнуть. Тихо. Где-то здесь. Видишь меня вот? Ну я тебя-то вижу. Вот ты рядом. Вот, он где-то вот здесь, вот этих вот елках. Залег. Опа. Так, откуда кто? Стреляли? Меня снял. Читер? Он тебя убил? Да. С одного выстрела? Ну, видно, хорошая пушка у меня какая-то. Да, может, читер? А ты где был? Ну, сзади вас, получается. Ну, на карту можете посмотреть. А, вон ты где лежишь, я вижу, вижу. Да я так вижу. Ползи, короче, Илюха. Надо поднимай, к лесу. Поднимай его, Андрей. Не-не-не, если он меня убил... Он его видел, убил. Надо его снять. А он, как ты думаешь, откуда, с какой стороны он стрелял? Он так откуда-то вот... от вас вот, ну, значит, чуть это левее, это... чуть левее, как бы, ниже да, меня, да, да, ой, да, выше меня чуть-чуть. Значит, это он. Это что-то он. Я слышал так, один выстрел всего лишь. Гранатомет сниму, а то, блин. Бля, блин. Ну я погнал. Тихо, тихо, тихо. А, все. Я слышал какие-то шаги. Короче, вот он слева от вас, мне кажется, больше. Ты... Вот, да, да, да. Вот. Это на север, если смотреть, короче, вот где-то он там, север, северо-запад. Северо-запад, да? А, вот туда что ли? Я от него отползаю. Я к елкам сейчас подбегу. Он меня может лутать, кстати. Ну вот я тоже думаю, так что, Илюха, ты посматривай. А я ползу, я ничего не вижу. Я сейчас к елкам подбегу, я там, да, буду осматриваться. Да, третьего лица включи, елки-палки, что ты мучаешься? А, тут же читерить можно. Ну так, ё-моё, нужно. Да, что ты, можно... Что ты лишаешь себя удовольствия? Да я-то... Другие тебя видят, а ты никого не видишь. Ну да. Так, ладно, я пока отошел. Вы там справляетесь. Угу. Давай. Так нет, это читерство неинтересно так.
Ползи к Андрюхе, подними его. Подожди, я подбегу к елкам вначале и в елках буду бегать. Я по открытому полю не хочу бежать. А, ну так. Я давай. Тут как этот бы. Так, что у нас? Темно еще? Темно. Или к нему только приползти. Так, player can ball kick it off. Или бежать, или приползти к нему. Приползу тогда, наверное. Вижу я его, вижу. Где? Он сейчас лутает. Лутает? Можно да. Нагло подбегать? Я сейчас, если я выбегу. Выходи на него, да. Чекай, что он там делает. А вот он, гранатометом. Да. Готов. Готов. Убили. А, ты его убил. Но я тоже. Он еще снайперский костюм. Поднимай Андрюху, забирай у него костюм, поднимай Андрюху. О, нуля, он прямо на него упал. Ух, нифига себе. У него гранатомет был, еще всякое. Сейчас, да, я тогда в кусты спрячусь лучше, я буду чекать. Нифига себе у него там этот. Че, вы убили его? Да, он тебя лутал, короче, там крутой снайпер. Круто. С двух сторон зашли, да. У него этот, винтовка Барретт. А, блин, с Барреттом. Конечно, с первого раза. 12,7.